В ходе рабочей поездки в Ишим начальник главного управления МЧС по Сумской области Артур Хачатрян познакомился со школьниками из классов МЧС, юнармии и сибирского казачества. Встреча прошла на базе Центра общественной организации «Казачья молодежь Сибири». Здесь ребята из Ишима, Ишимского района занимаются спортом, военно-прикладной подготовкой, гражданской обороной и творчеством. А также знакомятся с историей военного дела России. В центре работает музей российского вооружения. Отмечено, что здесь отличная база для воспитания здоровой молодежи. А первый класс МЧС, созданный в Ишиме в 2022 году, будет иметь продолжение. Можем сделать такие классы ежегодно открывающимися в этой школе и создать целую такую цепочку до 11 класса. Потом этих детишек, соответственно, подготовить, пройти медкомиссию, сдать экзамены. И нам бы очень хотелось видеть их всех потом выпускниками вузов нашего профиля МЧС России. Для того, чтобы они когда-нибудь, мы станем чуть-чуть постарше, и нам нужна будет обязательно смена. Без смены никуда. В классе МЧС занимаются около 30 школьников. Идею создания профильных классов такого направления поддержали родители. Для мальчика это, ну, представляете, в будущем он уже, у него будут навыки, как в оказании первой медицинской помощи. Он знает, что завтра как бы он представляет серьезную профессию. Ну, если в будущем, конечно, все это сложится, все хорошо. Ну и плюс это, да, это дисциплина.